Сотни человек приняли участие в экоплогинге в Алматинской области. Мероприятие прошло в рамках акции «Таза Казахстан». Оно преследует сразу две цели. Это пропаганда здорового образа жизни и забота об окружающей среде. Молодежь и волонтеры в ходе забега собрали мусор на поляне Аблайханы и очистили берег озера Бурабай. В целом, с начала акции «Таза Казахстан» в области из 550 населенных пунктов вывезено почти 80 тысяч тонн мусора. Главная наша цель – улучшить экологическое состояние и очистить от мусора природные территории. Здесь принимают участие волонтеры с нескольких районов. Не случайно эту акцию мы проводим в Бурабае. Это центр притяжения туристов и одно из самых популярных мест в нашей стране.